Здравствуйте. Здравствуйте. Документы ваши можно увидеть. А причина остановки? Проверка документов. Это не является причиной для остановки. Вы причину назовите. Проверка документов. Пункт 2.1.1 читайте. Это пункт чего? Обязаны передавать сотруднику полиции по требованию. Приказ номер 664. Да, читать также пункт 83.14. Там тоже написано. Не подпадает. Подпадает. Я что-то нарушил? Пункт 2.1.1. Нет. Документ. Там получается пункт 84.11 и не дальше. Я вас услышал. Я вас можете нет. Оспорить мои действия. Конечно. После того, как я это все завершу. Обязательно. Хорошо? Хорошо. Вы напишите жалобу, что я не прав. Конечно, конечно. Обязательно, обязательно. Хорошо. Вы знаете. Обязательно. Имеется. Чего лист нашел? Я генеральный директор. Чего лист? У вас автомобиль хорошо зарегистрирован. По отдельству. Можете по базе пробить. Я что-нибудь написано все. Можете по базе пробить, я генеральный директор. Путевой, я сам себе не обязан выписывать. Путевой лист у вас имеется по себе или нет? Я не обязан его иметь. Вы меня не понимаете, я вас спрашиваю. У вас имеется по себе путевой лист? У меня бланки путевых листов есть для водителей, которые будут ездить на этом транспортном средстве, но не для меня. У вас на данный момент есть путевой лист? Есть. Он обязан быть? Конечно. По какому? Чего? Обязан быть. Вах один. Лучше нет. Давайте нам пройдем автомобиль. А что вы хотите сделать? Будем с протоколом на вас. Составлять? Я не согласен. Я понял. Вы к нам пройдите, пожалуйста. А с какой целью? Я задержан или что? Вы обязаны пройти вообще. Я по не моему обязан. Требованию. Я не обязан пройти. Почему? Вы не трезвый. Я? Да. Если у вас есть такое подозрение, пожалуйста. Я вас для этого и прошу пройти. Протокол, пожалуйста, отстранение. Все. Да. Надо. Если у вас есть. Пустую полемику. Я в пустую не впускаю. Если у вас есть подозрение. Составляйте административный документ. Вот согласно данного закона, 64, о котором вы постоянно говорите, да. Есть там определенный пункт, да. Который... Какой? Я вам еще раз говорю. Какой пункт вы мне назовите? На данный момент я не помню этот пункт. А почему? Потому что. Как это вы не помните этот пункт? Приказ тот же 64, пункт 7. Вы обязаны знать Конституцию и все остальные правовые акты. Нам, говорю, пожалуйста, пройдите. Для какой цели? Я вам только что объяснил, для какой цели. Хорошо. Пугать, что ли? Хорошо, я пойду сейчас к вам. Хорошо. Опять же, незаконные действия сотрудника полиции. Штрафы не имеются у вас, у тебя полученные по линии ГАИ? Нет. С данным правонарушением вы согласны? Нет, конечно. Не согласны, да? Конечно. Я вам скажу, что вот директор, допустим, хлебзавода, когда уезжает на транспорте, выписывает, тем не менее, себе путевой лист. Я вам да тоже является директором. Это хорошо. Конечно, хорошо. У вас. Видимо, вы не в России живете. Это в другой стране. Сотовый телефон у вас при себе имеется? Для какой цели? Проверить его по базе розыска. Нет, не имеется. Где родились? Не указал. Где родились, говорю? Я говорю еще раз, не указал. 51-я статья. Прописано по какому адресу? Конечно, конечно. Прописано по какому адресу? Тоже не указал.
официальное место работы? Не указал. А что случилось, не помните? Не обязан говорить. Потом на работу ко мне придете. Зачем мне на работу? Ну, не знаю. Вы же за мной зачем-то ехали. Да это вы за мной ехали. Я? Да. Я вас увидел только на перекрест. Такая же. Так вы ехали впереди меня. О чем имеется запись видеорегистратора? Что, не вспомнили, где работа? Работает всего слова. Не указал. Отлично. Так, на вас оставлен административный протокол. Угу. Данный протокол будет рассматривать начальник ГИБДД. Угу. Сейчас скажу вам, какого числа. 6-го, да? Получается, вторник. Значит, 6 числа следующего месяца в 17:00. Максима Горького, 61, кабинет номер 216. Можете подойти. К этому времени в вашем присутствии будет он рассмотрен. Там свои доводы доверить. Почему? Обязательно. Согласны. Обязательно. Более. Значит, 51 статья. То, что вы с ней ознакомлены. Я с ней не ознакомил. Ну вы же ее знаете. Ну вы-то меня с ней не ознакомили. Имейте а вы должны право, были ознакомить. Имейте нет, уже право. Поздно. Вы должны были ознакомить до момента. Какого момента? Когда вы составили административный документ. Нет. Также с частью 25.1, что я должен знакомиться со всеми. Можно ознакомиться? Я же еще его не написал. Так вы должны были его написать до того, как составляете протокол. Да? Да. Понятно. Я поражен вашими знаете, познаниями. Да вы сами не знаете, вот именно законов. Это хотите в ГАИ работать? Нет, спасибо. Нет, меня хотите? Моя работа абсолютно устраивает. Не за вас рад. Все такое правдоруб. Почему-то у нас граждане только могут требовать, только когда заходят дела до их обязанностей, все сразу какой-то начинается ступор великий. И все. Правильно я говорю? Вот. Гражданам обязательно знать только один закон, Конституцию Российской Федерации, которую вы сами. Да нарушать не просто не надо и все. Ну, конечно, стараемся, но никто не идеален, правильно? Я, допустим, за то, что если мне где-то замечание сделали там или еще что-то. Вот. Я не против. То есть сейчас писать не будете, да? Естественно. Ну, объяснение сейчас напишу на отдельном листе, я здесь указал. Так, можете постом писать, что не согласен. Все. Нет, я объяснение за. Так, подождите, да? Не понял еще раз. Подождите, что я объяснил это сюда, протокол. Ну давай, да, ради бога. Давай, Саня, подожди. Только немного, давай, давайте тоже поработаем. У вас не работа, у вас служба, вы что-то путаете. Кому как больше нравится. А, ну вот вам нравится работать, да? Ясно.